День. Сегодня мы будем делать легкий ретаргет анимации с персонажа, скачанного, допустим, с сайта Миксама на скелет Unreal Engine, да? То есть разработчиками в 5.4 появилась такая легкая система, но мы сейчас ее как раз-таки и посмотрим. Просто начиная с Миксама, там заканчивая Dust 3D, MetaHuman, создатель персонажа и так далее. Возможно, в скором времени будет дополняться какие-то нововведения скелетов. Вот берем мы определенного скелета, взятого на сайт Миксама, делаем скачку, наш скелет, либо со скином. Ну, в данном случае он просит анимацию скачать, либо без скелета. Ну, берем со скелетом, либо просто делаем сначала отдельные, скачиваем скелет. Это мы как бы заходим впервые на сайт Миксама, выделяем нашего персонажа, Черектора. Сейчас он немножко сообразит. Берем, выделяем нашего персонажика. В данном случае делаем download. Видите, здесь, когда мы выбираем чисто персонажа, у нас появляется либо T-POS, оригинал POS, но здесь не важно. Берем, скачиваем T-POS, как она и стояла. Далее мы назначаем имя. Ну, в данном случае у меня уже есть данный персонаж ниндзя. Я делаю сохранить, заменить, ну, потому что я уже скачивал его для проверки, как она работала или не работала. Берем какую-нибудь анимацию. Неважно. Пусть будет это. Делаем download. Здесь мы скачиваем уже без нашего персонажа, потому что он у нас будет. И тоже сохраняем под каким-нибудь названием. Сохранить. Далее заходим в наш движок. Вводим нашего персонажа. Это у нас ниндзя Черектор. Открываем. Здесь все у нас в стандартных значениях. Нажимаем импорт. Здесь у нас ругается на всякие неровности, как говорится, но это без разницы. Давайте создаем папочку для материала, чтобы он нам не мешался здесь. Так. Перенеслась анимация, которая является по сути нулевой. Нам она нафиг не нужна. Делаем удаление. Т-поза. Он как бы и так в Т-позе стоит. Импортируем нашу анимацию. Это у нас Hip Home Dancing. Выбираем наш скелет, на который эта анимация предназначена. Давайте еще закину еще одну анимацию. Пусть будет две Hip Home Dancing. Так, делаем также импорт. И если вот поставить персонажика сюда, наша анимация, он уже будет отыгрывать их. Но если поставим мы эти анимации на персонажа четвертого, они временно не будут работать, потому что нам необходимо сделать сначала ретаргет на нашего персонажика. Этот проект был создан уже сначала от первого лица, потом добавлен третье лицо. Ну, то есть скелет от третьего лица у меня уже здесь есть. И сейчас просто берем, делаем ретаргет, выделяем нашу анимацию, делаем ретаргет animation. И здесь все просто, буквально в три клика мы выбираем скелет нашего
так скажем, носителя анимации. И далее выбираем скелет, куда нам нужно перенести анимацию. Пусть это будет персонаж четвертого Unreal. Выбираем нашу анимацию, можно даже два раза кликнуть. Видите, да? Но этот не отыгрывает. Смотрите, почему здесь галочка не стоит. Вот сейчас галочку поставили, если она у вас вдруг не стояла. И все. Наш персонаж Unreal 4 уже начинает танцевать. Проверив вторую анимацию, действительно, все кости двигаются как необходимо. Мы можем выделить обе анимации и сделать экспорт. Ну, перенесем их, я не знаю, пусть будет Characters, Манекен 4, Animation. Вот сюда мы их сохраним. Здесь есть префикс, саффикс и так далее, да? Ну, я не знаю. Пусть будет... Так, это... Саффикс, чтобы в конце было. Так, это пусть будет миксама. И делаем экспорт. Нажимаем экспорт. И как видите, кроме той анимации, которая уже была у персонажа четверки, мы добавили вот эти анимации. Теперь наш персонаж от четверки начинает танцевать. И все отлично работает. Также все работает с теми, что я написал в описании персонажами. Это Dust 3D, Mixama, Unreal Engine 5. То есть мы, смотрите, можем выделить даже этот перенесенную анимацию от четверки, выбрать скелет от пятерки. Сейчас он у нас сделает поиск. Либо просто затупил. Бывает такое. Бывает такое, что он затупливает, да, к сожалению. Может быть из-за того, что она не сохранена. Давайте проверим. Так, да, скорее всего, то, что было не сохранено. Да, все. Сейчас мы можем перенести какую-нибудь анимацию от того же четверки. То, что мы приняли от Миксама, можем перенести уже на персонажа пятого уровня, это пятого Unreal Engine. Так что, смотрите, все отлично, все отрабатывает. В дальнейшем мы будем смотреть, как уже не таким легким способом переносить анимацию. Это уже запрограммированные скелеты. То есть здесь четверка и пятерка всегда в наличии, да? Но если вы закинете сюда, допустим, тот же самый Миксама, выберем анимацию, которая у Миксама здесь не существовала, мы можем сделать уже ретаргет. Но если мы ведем какого-то собственного персонажа, оно здесь работать крайне не будет. То есть, если мы сейчас давайте ведем, допустим, от Миксама на мене, но выключим автогенерейт ретаргет, да, то есть и выберем какую-нибудь анимацию, видите, он уже не работает, потому что сейчас авто не стоит, это во-первых, и здесь есть, так скажем, ассеты, префиксы. Если мы их даже будем выбирать, они тоже не будут отрабатывать, видите, только головой лишь мотает. Он повторяет лишь только голову. Все остальное не отрабатывает. Ну, для этого будем смотреть далее. А на этом все. До скорой встречи. Всем пока.